с вами электромотор. Если вы занимаетесь обработкой металла, тогда вам идеально подойдет оборудование от тайванского производителя Zenitech. Этот великан называется строго вертикальный фрезерный станок. Поверьте, он вас удивит своим разнообразием фрезерных работ. А зовут его Zenitech UFM-160R. Этот станок предназначен для выполнения разнообразных фрезерных работ цилиндрическими, угловыми, торцевыми, фасонными и другими фрезами. На вертикально-фрезерных станках обрабатывают горизонтальные и вертикальные плоскости, пазы, рамки, углы, зубчатые колеса, модели штампов, пресс-форм и другие детали из стали, чугуна, цветных металлов, из сплавов и пластмасс даже. Цилиндрические фрезы изготовляют из инструментальных сталей, корпуса напайных фрез из конструкционных сталей. Технические характеристики. Размеры рабочего стола 1320 на 320 мм. Максимальная нагрузка на стол 500 кг. Масса станка становит 2800 кг. Электродвигатель 7500 Вт. Ход шпинделя 70 мм. Количество 18 скоростей. Заинтересовало металлообрабатывающее оборудование от Zenitech? Тогда обращайтесь в электромотор, наши девушки-менеджеры помогут вам и с выбором, и с доставкой.